Ребята, всем привет! Вы находитесь на канале Сата Говорит и Прочее. Меня зовут Валерий. Ну давайте, ребята, посмотрим, что за это время сделалось тут. Ну что, потолки зашпаклеваны все уже, на втором этаже все 5 комнат. И вот, как вы видите, тут напылили аппаратом специально потолок 2 раза, чтобы не надо было тапеты сверху клеить обои. Вот, все комнаты. Ну и теперь можно обои начинать тут клеить. Приступили мы с крайних комнат 1 числа, когда все люди отдыхают, мы утром встали, позавтракали, где-то в начале 11 утра приехали сюда на стройку с женой, ну и дочка с зятем тоже подъехали. Они там занимались своим делом, мы начали клеить обои. Начали с крайней угловой комнаты задней, тут будет внук 14-летний жить. Дети обои сами себе все выбрали по цвету. Так что внука тут голубая, темно-синяя стена. Две стенки и две белые. Камера немножко цвета неправильно передает. Так, с этой комнаты мы начали. Здесь она закончена, можно уже начинать ламинаты или винил стелить. Это внучки комната, ей 12 лет. Серые обои с блесками. И тут две стенки такие цветастые. Но камера тоже цвет немножко неправильно передает. Они немного розовее фактически. Не такие серые. Осталось тут чуть еще первый день клеить. Вот. Это стол обойный, на нем хорошо отрезать, не надо метром пользоваться. Сразу разметка есть. Вот, окна боя не заклеивались. Вот такие вот блески, их тут не видать на камеру. Окна в середине будут краситься белой краской. В коридоре тут все подготовлено, потолок зашпаклеванный. Люк вставлен, он электрический, у него пульт выезжает вниз сам. Поставили в зале камин, не очень большой и еще не доделанный, но топить уже можно. Это тут комната 7-летнего внука. Вот это на второй день мы уже поклеили. Это датчик тут. Температуру сразу выставляют, можно в каждой комнате, какая она должна быть. Вот все, обои вот такие вот выбрал. Тут одна стенка декоративная и три такие белые со звездами. На улице погода, видите, какая. 2 января, все зелено. Мороза у нас так еще и нету пока. Тепло на улице. Такую тут докончили уже. Это обои лежат для младшего самого внука, ему 5 лет. Будем 3 числа, 3 января клеить. Вот, выбрал себе вот такие вот на одну стенку. Это комната самой маленькой внучки. У нее такие вот обои. В середине будет еще поперек идти лента с рисунком, ну, в розовом цвете. Немножко не хватило тоже обоев тут сбоку. Надо докупить еще. Ну а эта комната тут самого младшего внука. Три стенки голубые у него. И одна стенка вот такая вот, что он себе выбрал. Рисунок. Тоже немножко тут один рулон не хватило, точнее говорят, пол рулона справа голубых там над дверями. Надо купиться, доклеиться все это потом. Ну, на первом этаже тут потолки все зашпаклеваны. 3 числа тут частично пару комнат уже потолки набрызгали. Так что в ближайшие пару дней остальные под комнаты и коридор потолки будут напылены. Потом надо будет начинать плитку ложить, потому что скоро кухня должна прийти в середине января. Так что там хотя бы под кухню надо, чтобы плитка была выложена. Ну и под лестницу, которая на второй этаж, тоже надо будет там сразу выложить заранее, чтобы могли приехать и лестницу поставить нормальную, чтобы перестать лазить по этой стремянке. Ну как-то вот так, ребята, работа движется. Электрический щит тоже там хлопцы, по-моему, поставили. Докончили, я не заглядывал, надо посмотреть. Электрические ставни уже работают, подсоединены выключатели. Ну и так свет, где мы хотим, в комнате тоже можем подсоединить и уже не только прожектором пользоваться, но и лампочкой. Ну, так тепло все, половое отопление все нормально работает. Ну, все идет по плану, ребята. К 1 марта должно быть закончено, по идее, все. Еще пару месяцев, считаю, у нас в запасе тут есть. Думаю, что вложимся. Так, чтобы они могли переехать к 1 марта. Ну, на этом, ребята, все.
До следующего раза. Всем удачи.